изначально от твоего партнера. Если ты уверена в своем партнере, значит, все будет нормально, все хорошо. Но он не просто так отсел, понимаешь? Он не просто так отсел. Тебя несет, смотри, видишь, как бы, ну, когда что-то происходит, то есть ты уже тебе плевать вообще, о чем думает Серега. Конечно, плевать. А кто обо мне подумает? Кто? Кто эти люди? Кому сейчас здесь все равно? Что... Скажите этих людей, вы видите? Зачем ты так говоришь? А я не вижу! Я не вижу! Зачем обманываешь? Не, не, Сережа! Я тебе... Сереж, хочешь остановить? Или тебе же все равно? Мне эта ситуация добила просто. Катя, мне плохо. Мне плохо. Мне не все равно. Мне не все равно, честно. Если вы выйдете, конечно. Дай руку. Я вам я не хочу идти на лобное. Дай руку. Все хорошо, идем. Не хочу, не хочу. Я не хочу жить без свободной площадки. Я не хочу жить с ребятами. Я не хочу слушать эти мнения ублюдские, тупорылые. А чье это мнение ублюдское? Ну-ка скажи-ка. Хорошо же вот это оскорбление. Нет, серьезно, а скажи, Кать, чье мнение здесь ублюдское? Леша Безоса. Ну тогда ты так и говори, Кать. Завтра пятница, если что, Лешу можно выгнать. Ваня Барсиков хочет высказаться, давайте его послушаем. Слушайте, у меня складывается впечатление, как будто Катя... встречается с Сергеем на зло Алексею, вот правда, я не знаю. Я человеку доверяла и верила. Забудем, что у нас были отношения. Он был другом, вот предательство друга. Ты целоваться не... хотела. Ты пройдешь предательство. Где? Где рука? Пускайте за это вот. Оля, или что? Поддерживаю слова Вани, что мне такое же ощущение складывается, что Катя вообще безразлично, что я здесь сижу, что я здесь сижу, что я там сижу. Я какой-то, не знаю, девайс какой-то, для нее говорит, счастье. Я не какой-то девайс, понимаешь, не какое-то приспособление. У нее легко все, она попросила прощения. Извини, что я такая сбудоражена, извини меня. Да, конечно, я прощу. Хватит этим пользоваться. Хватит пользоваться этим, Катя. Нет, у меня эти ссоры, они... Да, ты что мешки таскаешь? Ты что, ты на калькуляторе сидишь и опечатаешь каждый раз? Меня, что у тебя? Вот это состояние сейчас. Какое состояние? Ты сама сейчас выводишь разговор. Ты сказала бы, Лёш, что мне неприятно было, и все, закрыли тему. Легко. Я на самом деле вот что сейчас увидел, что Серега сейчас говорит Кате про их отношения, а она ему опять про бизнеса. Вы хоть раз не можете понять то, что я искренне хорошо относилась, я еще раз, он мой бывший, я виновата, что вы трахались, я что в этом виновата, мы дружили до этого, я виновата в этом или чё? Причем вон, мы про Сережу отношения ваши говорим сейчас. Куда ты пошла? Для всех. У нас был ТЭТ, ты был свидетелем, да, 2 или 3 дня назад. Я ей говорю, прекратите общение с Лешей. Прекратите, это вообще ненормально, что в ваших отношениях все время третий лишний. Сейчас Катя меня упрекает в том, что я притягиваю Безуса. С нами сегодня Татьяна Федоровичева. Татьяна, как можете охарактеризовать вот эту ситуацию со стороны? Честно, сейчас, наверное... меня тоже не поймут, я на стороне Кати, потому что она сразу сказала, у меня тяжелое состояние. Здесь будет пример, как раненый зверь. Неважно, он сам попал в капкан, упал с обрыва, либо его ранили охотники. Она говорит, мне сейчас больно. Она пытается забиться в свою нору. Сережа протягивает к ней руку, но она уже ранена, она уже боится. И любая его забота, она это воспринимает с агрессией, потому что она действительно не может доверять миру. То есть я ее прекрасно понимаю. Что делать? Ей просто дать время привыкнуть. Вот как берут любое дикое животное, да, вот. И начинает постепенно приручать. Она притягивает двух мужиков просто. В смысле, одного тень... Послушайте.